Я имею право фотографировать. Надо, блядь, лезть в мою личную жизнь, понятно? Я имею право бери, фотографировать. Бери, пожалуйста, пора. Сюда. Иди сюда, спокойненько, я тебе нормально же объясню. Возьми сейчас фотографии, те, кто-то удалил. Спокойненько езжай отсюда, понимаешь? Понимаете, я имею право фотографировать. Ну где ты? Покажи бумагу, что ты имеешь полностью право фотографировать. Я журналист. Покажи, что ты журналист, блядь. Почему ты имеешь право меня фотографировать, блядь? Покажи. Докажи, что ты мне имеешь полное право фотографировать. Ну, так я рад тебе. Покажи, что ты меня имеешь полное право фотографировать. Понимаешь? По закону я имею право фотографировать. А если сотрудник Федеральной службы безопасности? Вы имеете меня право фотографировать дальше, блядь? Вас я не фотографирую. Блядь, вы фотографируете мою личную собственность, понимаешь? По личной собственности можно вычислить меня, понимаешь? Я говорю, убери, пожалуйста. Не будет. Я недоходчиво объяснил, что ли? Еще раз объясняю. Бери, пожалуйста, фотографию, ты спокойненько отсюда уйдешь и уедешь, правильно? Нет, это мое задание. Твое задание? Твое задание отсюда спокойненько убрать, спокойненько отсюда уехать, понятно, да? Нет. Нет. Значит, тогда на вашу контору подам в суд. Хорошо. Будем встречаться с судьей. Хорошо. Все. Вот сейчас сядь в машину, на которую ты приехал, спокойненько отсюда уедешь. Почему ты отсюда уедешь? Потому что мне нужно зафиксировать. Ты фиксируй другое, что угодно. Но не фиксируй меня, понимаешь? Или ты не фиксируй мое транспортное средство. Вот и все. Понял? Вас я не фиксирую. Я не фиксирую ваш номер. Ты фиксируешь мое транспортное средство, понимаешь? Транспортное средство. Я же тебе нормально доходчиво объяснил. Зачем ты хочешь ругаться? Я не хочу ругаться, я не нарушаю закон. Я сейчас в жопу запихаю, ты ничего не скажешь. Я кажу, что тебе в жопу запихал, понимаешь? Все, тебе доходчиво объяснил. Мой юный друг, блядь, не выводи меня. Убери, пожалуйста, отсюда свой фотоаппарат и удали, пожалуйста, фотографию.